Костанайским аграриям не удалось погасить долги прошлого неурожайного года. И хотя этой осенью из 4 миллионов гектаров было собрано 5 миллионов тонн зерновых, из-за погоды уборка затянулась. Сейчас, когда агросезон завершен, в акимате признают, полностью рассчитаться с кредиторами крестьянам не удалось. Из 6 миллиардов долга закрыт только один. Через СПК «Тобол» фермерам могут пролонгировать еще 2 миллиарда. Тем не менее, полученный урожай полностью обеспечивает внутреннюю потребность региона. А свыше 1,5 миллионов тонн зерна будет продано за пределы области и Казахстана. Розничную стоимость хлеба пока удается удерживать в пределах 42 тенге за булку из-за низких закупочных цен на зерно. При цене на продовольственное зерно 28 тысяч тенге мы удержали хлеб по 42 тенге. Сегодня наши переработчики покупают у крестьянских хозяйств и по 22, и по 23, и определенная цена по 25 и по 28 тысяч тенге. И, соответственно, сегодня есть возможность удержать цену хлеба при таком раскладе цен.